саженцы австралийского клёна дебора примечательны своей плотной кроной овальной формы. Высота дерева достигает 15 метров, а диаметр кроны составляет 10 метров. К почве саженцы не требовательны, но рекомендуется не допускать чрезмерного увлажнения. Особенности австралийского клёна дебора. Главной достопримечательностью клёна данного вида является листва. Летом она окрашена в бронзово-зеленый цвет, осенью становится оранжевой, а весной – красной. Цветет дерево в апреле, бутоны окрашены в желтый цвет. Австралийский клён дебора часто используется в городском благоустройстве, озеленении аллей, скверов и парков. Клён австралийского дебора – это многолетнее растение высотой 1500 см. В качестве места выращивания клёна прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает клён австралийского дебора в месяц май. Весенняя окраска листочков пурпурная, летом листва бронзово-зеленая, осенью листва желто-оранжевая, бронзовая. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.